Добрый вечер, Гомель. Добрый семейный утульный вечер. Это ж чудоўна, калі побач з вами люди, якія зразумеюць, падтрымаюць і правядуць разам з вами час. Какие только эпитеты не подбирали люди к слову «семья». Это и маленькое государство, и сложный духовный союз. И невышерпная крыница натхнення, галоўнае и вядомае одно. Сям'я яднае людей, робіць их одним целым. Именно про семью, современную и традиционную белорусскую, мы поговорим сегодня. А мы – это Елена Троценко. И Сергей Краснобород. Ну а вы, шановные, можете долучиться до нашей гутарки, бо мы працуем в прямом эфире. И номер телефона у студии 37-519. А сейчас самое время представить гостей, которые посетили нашу студию этим вечером. Шановные глядачи, я витаю гостю нашей студии. Знаёмцеся, Жанна Миколаевна Юдаченко, наместник директора Центральной городской библиотеки имя Герцена. Жанна Миколаевна, витаю, добрый вечер. Добрый вечер. Я прошу вас крыху позднее рассказать про той цікавый проект, який распачала библиотека. Ну а мы будем разговаривать с Татьяной Сельвич и Владимиром. Владимир, приветствую. Да. Татьяна увлеклась созданием родословной. Весьма увлекательное занятие. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Ну что ж, давайте начнем. Да? Что такое родословная? Зачем она вам понадобилась и как давно возникла идея это сделать? Ну, идея возникла, мы на прошлую Радуницу с детьми ездили в город Ельск убирать могилки. Mm-hmm. И дети заинтересовались самыми старыми захоронениями, начали задавать много вопросов. Ну и вот для того, чтобы разобраться в родственных связях, мы решили сесть и составить дети. Дети – это Вова. Вова и старший сын Миша. И старший сын. Вове сколько? Мне 9 лет. Сколько? 9. 9. А Миша? 12. Угу. И вот вся семья собралась, да, и вот именно интерес детей заставил вас заняться? Ну, они просили, расскажи что-нибудь. Мы начинали вспоминать истории про бабушек, дедушек, про бабушек, про дедушек. А как они связаны между собой? И для того, чтобы объяснить, нужно было нарисовать дерево. То есть это в прошлом году? Да. В прошлом году. Прошлой весной. И насколько удалось собрать это древо? Ну, мы составили дерево до 6 колена. Оно до 6 колена. До 6 колена и включает больше 60 человек. Всех нашли. Ну, еще есть над чем работать. Mm-hmm. А как сам процесс происходил вообще? Вы сами обращались в какие-то государственные органы, там, в архивы, например? Или как сам процесс? Ну, я тоже хочу, например. А как мне это сделать? Нет, мы начали с того, что спросили у бабушки. А что ты помнишь? Начали бабушке рассказывать, начали доставать альбомы семейные, рассматривать, показывать, вспоминать истории, которые связаны с этими фотографиями. Потом по всем родственникам, когда начали уже составлять древо, ездили по всем родственникам, собирали. Специально, целенаправленно ездили, да, по родственникам? Да. Да? Вместе с детьми? Да. Вова, что ты узнал интересного о бабушках, о дедушках, о своих предках? То, что среди моих родственников были участники Первой и Второй мировых, связные партизаны, узники фашистских концлагерей, а в мирное время учителя и юристы, первооткрыватели науки. Но давно уже нет многих из наших родственников. Я изучаю и буду продолжать исследовать историю своего рода. Как ты очень правильно выучил, наверное. У тебя среди одноклассников есть кто-то, у кого есть такое же вот древо? Нет, по крайней мере, я единственный. Единственный? Ты рассказывал своим школьным товарищам вообще, выступал, показывали, да, это древо? Да, я перед ними выступал в актовом зале. Да? Да.
И вот здесь фотографии есть. Знаешь кого-нибудь? Покажи. Да. Вот бабушка здесь. Кто там? Помогайте, Татьяна, кто потому здесь? Что будем смотреть, это кто это. Это семья Велимира, а это семья Эммы и Пауля. А что это за семья? Хорошо, давайте мы прервемся на минутку. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут, скажите? Меня зовут Вера, и у меня вопрос к семье Сельвич. Подскажите, как повлияло составление вот родословной на вашу семью? И еще, сколько времени и денег вы потратили на сбор вот ценной информации? Конкретное питание. Дякую, Вера. Спасибо. Скажите, коли ласка, может, вы сами спробовали родовод свой вывучить из класти? Уже все? Самое главное, сколько денег вообще потратили, я так понимаю, это было. Сколько времени, понятно. То есть, времени, ну, у нас, да. Мы как вот начали с весны, вот и будем дальше продолжать изучать. Да? Ну, денег мы не тратили, мы никуда не обращались. Это все сугубо, все, что мы нашли в семье, в наших семьях, у наших родственников. Общались с родственниками, объезжали. Чая, да. А как оказалась география? Вот, то есть, ну, где? Это же не только Гомель, наверное. Начали с Ельска, опять-таки, да. То есть в Ельске? В Ельске жила наша прабабушка. Именно ваша? Моя прабабушка, бабушка. Там осталась сейчас жить моя тетя, Вовина бабушка. Вот, начали, да, и там же ж у нас все это и началось. И там начали составлять, и в Гомеле, в принципе, мы больше никуда и не ездили. А муж тоже? Муж, но у нас все родственники мужа живут в Гомеле. Ага. И было простей. Да, поэтому денег много у нас не ушло, пока мы только обратились, еще мы хотим узнать, в 6-м поколении у нас есть священников семья, и мы в епархию послали письмо с просьбой узнать о их судьбе, а потом уже посмотрим, как дальше. Ну вот, Сергей, пробачьте, там еще у питання было такое, який уплыл оказала вот эта праца, проведенная на одинство семьи? Вы знаете, объединяет и вообще очень полезно. Я думаю, что вот когда мы в этом году поедем на эту же Радуницу, то дети уже по-другому будут смотреть на те же самые могилы. Когда мы изучали про ту же вот бабушку, про вот эти семьи, да, она у нас была угнана в Германию, мы про концлагеря смотрели, они под другими глазами смотрят, что такое война. Чего были лишены наши родственники. То есть мало того, что для детей это такой воспитательный момент, но, наверное, и сами еще как-то так по-другому смотрите уже на род, да, свой. Да. Хорошо. Напомню, уважаемые телезрители, что мы в прямом эфире. Номер нашего телефона 37519. Вы можете позвонить нам и также задать вопрос. А может быть, рассказать. Может быть, у вас тоже есть какие-то родословные или попытка, желание составить свое родовое древо. Мы продолжаем разговор, и я приветствую Жанну Николаевну Евдоченко, заместителя директора Центральной городской библиотеки имени Герцена. Жанна Николаевна, вот изучение родословной, на мой взгляд, становится приметой времени, причем очень хорошей приметой. Что способствует популяризации этого прекрасного дела? Ну, действительно, это хорошая примета, вот, и дай бог, чтобы она развивалась, вот, и... Естественно, любая какая-то идея требует подпитки, развития, популяризации. Вот. И поэтому мы, как библиотеки, как такие учреждения, которые всегда интересуются краеведением, имеют информацию, доступ к этой информации. Ну, нельзя сказать, чтобы мы располагали огромной информацией, особенно что касается жителей. Вот, возможно, архивы гораздо больше информации располагают, но тем не менее, у нас есть какие-то возможности, и мы можем популяризировать
вот такие подобные проекты, и у нас есть опыт некоторый. Это прекрасно. И скажите вот о том проекте, который затеяла библиотечная система сейчас. Это конкурс родословных «Мой род, моя гордость». Мы его уже открыли с 1 марта, он продлится в течение вот 4 месяцев. В принципе, это достаточно такой приличный отрезок времени, за который можно составить, ну, не полную, может быть, родословную, не настолько глубокую, как, может быть, можно было бы, но, тем не менее, пробудить какой-то интерес, побудить начать это делать. Вот мы надеемся, что такой проект вот как раз и поможет вот развить этот интерес. И, значит, четыре месяца гомельчане будут собирать информацию, да, могут прийти к вам, предоставить ее. Да, они могут присылать нам свои родословные. У нас две номинации в конкурсе. Это оформление родословной с поколенной росписью. Это одна номинация. И вторая номинация посвящена периоду Великой Отечественной войны. Это нам тема близка. Мы совсем недавно проводили подобный проект. Мы помним, мы гордимся. И на нашем сайте можно найти очень интересные вот такие семейные архивы с фотографиями, с воспоминаниями жителей нашего города. Поэтому мы ввели еще одну номинацию. Это история семьи периода Великой Отечественной войны. Вот. Мы ждем готовых родословных. Мы ограничились 4 поколениями, поскольку мы понимаем, что составить очень глубокую родословную, на это требуется время и розыски, не только и розыски где-то в архивах. Поэтому как бы наша цель вот именно побудить. Потому что когда начинаешь заниматься этим, потолкнуть, когда начинаешь заниматься, то это действительно очень увлекательное. Вот сказала Татьяна. Татьяна сказала, это здорово, что это почти детективная история, что это настолько затягивает. И важно, что ты, изучая своих истории, свои корни, ты начинаешь изучать территорию, на которой они жили. Потому что обычно это касается особенно вот людей, которые родились в сельской местности, компактно проживали. Ты начинаешь свою малую родину изучать, ты начинаешь изучать эту территорию, и все это настолько взаимосвязано, и все это в результате через осмысление вот своей семьи. Действительно, вот Татьяна тоже говорила, осмысляется история по-другому. Она через призму своего сердца и души пропускается. И ты по-другому совершенно воспринимаешь исторические события. Ты пишешь детектив уже не только со всей семьей, но и со всей страной, так? Ну, не совсем. Жанна Николаевна. Может быть, это не только детектив, потому что разные страницы есть. У нас есть телефонный звонок, я почему так тороплю. Человек на проводе, добрый вечер. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу большой привет передать нашей этой семье, дружным, злобин. У них 5 детей. Старший сын, а потом еще 4, 2 мальчиков и 2 девочек. Ага. Пусть родители и дети будут здоровы, счастливы, а другие пускай на них заняются. Зразумела. Дякую вам за такое телефонование. Я уже на белорусскую мову перейшла. Вось, як Сергей, наши телеглядачы выкарыстовують прямий эфир. Дякуем вам. Гэта привітанне шматдзетнай сям'і. Дякуем. Дякуем. Спасибо. Жанна Николаевна, продолжаем с вами разговор. Вот скажите, семья Сельвич шла таким путем. По родственникам, собирали истории, книги поднимали, литературу, письма и так далее. А что посоветуют специалисты, для ускорения процесса и для уточнения правдивости информации? Ну, специалистами библиотекари не назовешь. Мы, все же. Мы такие же, может быть, дилетанты, но просто мы заинтересованы. И, естественно, готовясь к конкурсу, мы прошерстили интернет, просмотрели свои фонды, чем мы можем помочь, какие мы можем услуги оказать в этой сфере, и, может быть, какие-то рекомендации дать. То есть какой-то информацией библиотекари располагает, естественно, проводя этот конкурс. Как вы можете помочь? Ну, вот я хотела сказать, что вот семья
Татьяна совершенно правильным путем пошла, потому что первые шаги в составлении родословного – это как раз вот разговоры в семье, это сбор вот документов. У Татьяны вот на столике очень много различных документов. И вот это, вот, кстати, подтверждение подлинности тех сведений, которые представлены в родоводе. Это самое главное, вот эти документы. Но когда уже все собранные сведения в семье... И опрошены все родственники. Да, и есть какие-то, естественно, белые пятна. Вот, дальше может помочь интернет. Потому что сейчас очень много в интернете сайтов генеалогических, вот, особенно в российском интернет-пространстве. Но поскольку была единая страна, то сведения можно найти вот на этих сайтах. Какие-то есть. Я даже вижу книги, вы, да, пожалуйста. Да, я представлю обязательно. Есть базы данных общедоступные, по которым можно искать, значит, в этих базах данных сведения родственников. Но непосредственно в библиотеках есть книги, конечно же. Но самая такая, наверное, известная и полезная в этом деле – это книга «Память». Это серия, которая, значит, была издана по всем, и не только Белоруссии, и России. Поэтому в данном случае я держу в руках книгу «Память Гомель», поскольку мы в Гомеле, ну, каждому району есть. Здесь есть сведения уникальные. Здесь есть такая рубрика «Документы сведшить». И это документы из архивов, из музеев. И здесь есть, вот, что касается, допустим, периода Великой Отечественной войны, сведения по людям. Жанна Николаевна, и еще о других книгах, пожалуйста. Да. Как пример того, как можно представить, как можно исследовать свою родословную, это вот удивительная такая книга по исследованию древнего белорусского рода шляхетского Ваньковича. Она издана Минским издательством Белорусской энциклопедии имени Петруси Обровки. У них есть такая серия «Белорусский родовод». И здесь очень много интересных сведений представлено. Я думаю, будет интересно. Прежде чем вы представите очередную книгу, я даю в линию телефонный звонок. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста. Я хотела поделиться с немножечко своей темой. Я тоже занимаюсь поисками своих родных и близких. И в течение 2 лет я отыскала наши корни с 1745 года. Так. На сегодняшний день 11-е поколение. Я сама рождена в 7-м поколении. Семья наша очень большая. Фамилию назовите. Гулевич. Гулевич. Прекрасно. Вы гомельчанка? Нет, я жлобинчанка. Прекрасно. Корни наши идут с родни Несимковичевской. Дело в том, что самая важную роль играла у нас сайт, созданный очень большой. Там много родственников, которые помогают друг другу. И благодаря им вот такие вот у нас как бы делимся информацией. Скажите, а вы составили древо, то есть наглядно, да, поставили. Так сделали? На сегодняшний день собрались наша родня, все нам многодетные, все почти по 8, по 9 детей рождалось в семье. Большинство живущих ныне 374 человека, всех в древе 594. Но древо составили такое, да, графически? Можно посмотреть это, да? Ну, вообще-то это... Очень жаль, что нельзя по телефону это сделать. Да. Да. Спасибо. Хорошо, вам большое. Спасибо, спасибо вам большое за звонок. Вот такая работа проведена, и Татьяне есть к чему стремиться. Ну да, 300, 500 и так далее. Шановные телеглядачи, номер нашего телефона у студии 37-519. Коли ласка, телефонуйте, рассказывайте ваши семейные истории. Жанна Николаевна говорила, что надо составлять родословное, да? Вот только что телефонный звонок был тоже там 300-500 человек. Вы, как человек, который практически сделали все вместе, с чего начинали? Как это делать? Что первично? Я смотрю, тут главное, для кого, кто, каким образом вообще составляет? Начинаем. У нас такой мастер-класс семьи будем делать, да, для тех, кто хочет составить родословное древо. Начинаем со своей семьи, мы берем детей.
Мальчиков мы рисуем квадратик. У меня двое сыновей. Значит. Мальчики в квадратике. Да. А, то есть для того, чтобы различать Миша мальчики и девочки. Да. Дальше. Миша и Вова. Миша так. и Вова. Родители. Папа. И мама. Мама в кружочке. А-а-а. Кирилл. Папа Кирилл, но я вот схематично, да. да? Дальше мы учитываем всех родственников, да? Ну, у нас сестры, братья у вас, и сестры, наверное. Да. У меня был еще один брат. Вот мой брат. Так, мы их учитываем по возрасту. Кто первый родился, так и записываем первым. А, то есть и идем слева направо. Слева да? направо. Слева направо, да. по возрасту. У нашего папы был брат, значит, старший. И еще была, ой, прошу прощения, сестричка. Так. Так. Вот. Потом, наверное, дальше уже берем родителей наших. Угу. И так далее. И так далее до... У вас здесь шестое... До шестого колена, хорошо, а, да. А как быть, ну вот, например, у... И нумеруем римскими цифрами слева. Это поколение. Каждое поколение, все поколение должно строго в одну строчку идти. А, но здесь не учитывается, ну, например, вот я не знаю, у сестры мужа тоже были дети. Например, это они... очень тяжело сделать так. Ага, то есть вы только, только мы прямое... учитываем только родителей и их прямых детей. Угу. Все. То есть для того, чтобы не запутаться, потому что потом... Ну вот да? здесь, на нашем дереве, только родители и дети. Угу. Все. Братья и сестры. Для вас двоюродные племянники здесь не фигурируют? Нет. Ну, наверное, для них уже нужно отдельное древо такое составлять, да? Да. Ну, во всяком случае, те, кто соберется составить свое родовое древо, вот, может быть, с этого надо начинать. С этого начинать. Потом да. мы брали анкету, угу. в которой были вопросы, где родился, когда родился, какое образование имел, где работал, какие-то интересные факты из истории. И мы уже, когда ходили в гости к родственникам, мы заполняли эти анкеты. А потом уже составляли. Вопросы дерево. Для анкеты вы самостоятельно это все. Сейчас собирали. В интернете, как сказали, да. Жанна Николаевна. Информации, да. Можем пользоваться. Хорошо, спасибо большое, Татьяна. Идемте на место, да? Пока вы разговаривали, с таким интересом Владимир рассматривал стену, свои же материалы. Правда, интересно, Вова, даже вот после года исследований, прекрасно. Жанна Николаевна, можно ли говорить о какой-то единой государственной цели, которой стремятся, сами того не ведая, люди, изучающие свою родословную? Вот мы об этом уже и сказали. Вроде кажется, что исследуя свою родословную и истории своих родственников, это касается только нас, и мы свою семью исследуем. На самом деле все настолько переплетено с нашей территорией, с нашей страной, что, естественно, это выходит в рамки, в понятие... За рамки единственной да, семьи. Да, единственной семьи, потому что все связано. А ведь семья и есть, и маленькая ячейка. Страны, родины, понятия, потому что род, семья, народ, род, родословные, все они одного корня. Поэтому, конечно, это все очень важно. Это наша страна, это наша история, и мы по-другому относимся уже и к стране, и к истории, вот, и к важности всего этого, потому что это наша защита и опора, в принципе, как род и как страна. Я благодарю вас, Жанна Николаевна, а всем телеглядачам хочу сказать, что у нас еще вельми шмат цікавой информации про белорусские семьи, сучасные и традиционные. Тому телефонуйте, коли ласка, 37-519.
Кожная сям'я – гэта маленькая дзяржава, ну а ў кожнай дзяржавы свае законы і свае каштоўнасці, якія, дарэчы, мяняюцца з цягам часу. Мы працягваем нашу вячэрнюю сустрэчу, каб абмеркаваць, якая адлегласць знаходзіцца паміж традыцыйнай беларускай сям'ёй і сучаснай беларускай сям'ёй. Скажыце, гэта бездань або невялікая адлегласць? Калі ласка, тэлефануйце 37519. І я хачу прадставіць маю госцю. Знаемся, калі ласка, гісторык Валянціна Лебедзева. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну а также к нам присоединился социолог, демограф Анатолий Геннадьевич Злотников, профессор кафедры сферы услуги статистики Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, кандидат экономических наук. Добрый вечер, Анатолий Геннадьевич. Про семью у нас речь. Вы, как человек, который с научной точки зрения знаете, что такое современная семья. Можете так в двух словах охарактеризовать, что же такое современная белорусская семья? И отличается ли она от семьи столетней давности? Ну, у нас социологу для характеристики традиционной, точнее, прежней семьи белорусской и современной есть свои определения. Ну, прежняя семья, которая начала 20 века, это семья патриархальная. Что из себя патриархальная семья представляет для сравнения с современной? Это когда в одном роду проживает в домохозяйстве несколько поколений. Дети, родители и родители каких-то детей. Все живут вместе. Да, да. Современная семья – это нуклеарная семья, разорванная. Как правило, в такой семье современной родители и дети. Редко очень, чтобы еще родители детей, родители родителей. И это существенно отличает. Да. Больше всего живут как-то отдельно даже. Да, дети стараются жить отдельно. Во-вторых, существенное отличие, что та семья – это семья деревенская, сельская семья. По переписи 1897 года большая часть белорусов этнических, проживали в деревне, в селе. В городской местности проживали другие этносы. Более 50% это, скажем, евреи были, поляки, немцы, русские, в городской местности. А белорусская семья – это деревенская семья. Сегодня все урбанизации. Это существенное отличие. Они в чем находятся? Значит, во-первых, время одно. Экономические процессы другие, политические, социально-культурные и многие другие. Если бы это не влияло на семью, на взаимоотношения. Да. Вот мы про одно уже сказали, что родители живут отдельно, дети живут отдельно, а еще как-то... В сельской семье связь всех родственников было и друзей только в деревне. А здесь уже, извините, даже вот искали родословную свою, обращались, наверное, не только в Ельск, а в другие регионы. То есть по всей стране, по Советскому Союзу мы найти можем. Значит, она существенно отличается по различным, повторяю, экономическим, социальным, политическим. Вот. Прежняя семья – это семья, в которой доминировала экономическая функция. Работали в селе, на одно дело делали, помогали, все, одно хозяйство. Современная семья уже таким не характеризуется. Каждый человек сам на себя может заработать. К сожалению, к сожалению, не семейные традиции преобладают. Не семья, вот, не родительство, а ином плане, о себе заботиться. Больше экономика, наверное, да? Не только экономика. Многие другие аспекты. Но экономика уже не играет сегодня такой роли объединительной, как она была в семье традиционной, патриархальной. Нуклеарная семья. Кроме этого, семья нынешняя, она бывает часто осколочная, скажем, разводы. Ну, вот по разводам, да. Меняются в настоящее людей. Время на 100 браков приходится более 40 разводов. Значит, остаются кто? Как правило, мать и дети. И другие, скажем, собираются. А муж и бывший муж женится, в другую семью уходит. И там
жены, дети, насколько он новый. Насколько такое явление распространено? Это, наверное, раньше такое было редко или нет? Ну, в сельской местности, естественно, такого не характерно. А в городской местности... То есть во всем виноват город, я так понимаю. Нет, виноват нельзя сказать, что виноват. Нет? Не, виноватых здесь нету. Это время. Каждому времени соответствует своя структура семьи, свои ценности, свои характеристики. Скажем, ну, в 19 веке, наверное, была другая. Вот, наверное, Валентина Михайловна знает Митрофана Викторовича Донора-Запольского, который исследовал и эти процессы, первобытные формы брака и многие другие. Вот. А еще до этого совсем иные были. Вспомните, значит, летописи, какие семьи были. И ну, это далее. Надо отдельно изучать. Да, да, да. Давайте мы то есть подключим. Виноватых здесь нет. Это никого виноватых нет. Это ну, я реально действительно. Я специально такой провокационный термин употребил. Я понимаю, что в социологии... Я не знал, что вы провокатор. Вообще... А, все, извините, больше не буду. Уважаемые телезрители, напомню, что мы в прямом эфире. Номер нашего телефона 37519. Вы можете подключиться к нашему разговору. У наш час моцныя вялікія сем'і хутчэй выключэнне, а родзічы бывае вельмі мала знаёмыя. Сёння не кожны можа патлумачыць, хто такі дзевер, хто такі швагер. Але, шаноўныя, не будзем ушчуваць сябе за гэта, а лепей пацікавімся у гісторыка Валянціны Лебедзевай. Да якіх традыцый патрыярхальнай беларускай сям'і ну, варта прыгледзіцца сучасным парам? Вось такое маё пытанне. І спачатку, ну, вось Анатоль Геннадзевіч ужо сказаў, што вы цікавіліся, скажам, тымі даследаваннямі, якія зрабіў наш, дарэчы, зямляк Мітрафан Доўнар-Запольскі. Дык скажыце, калі ласка, вось да чаго ён прыйшоў, калі убачыў патрыярхальныя палескія сем'і? І, дарэчы, калі гэта было? Ну, по-перше, скажу, что мне дуже приємно, что социологи так само читают Доўнара-Запольскага, его ведают. И, до речи, ведают, чем что... займаетесь вы, Валентина так. Михайловна. Потому что... Ну, приємно, приємно. Сапраўды, наш земляк быў адным з першых у Беларусі даследчыкаў традыцыйнай беларускай сям'і. Тое, што ён знайшоў, яму вельмі падабалася. Я мушу сказаць, што Доўнар-Запольскі можа ў нечым нават і ідэалізаваў сям'ю вот традыцыйную беларускую. Беларускую. Но ён сам быў беларусам, ён беларусаў вельмі любіў і сям'ю, якую ён знайшоў на нашым Палессі. Это сапраўды была вялікая сям'я, дзе прыкладам у пінскім альбо мазырскіх паветах жыло да 50 чалавек у адной. Да 50 чалавек адначасова, так? Так, так. Это была вот такая вялікая сям'я, як кажуць этнографы і социологи сегодня. Это могла быть сябрынная семья, где жили не только краевные родичи, а нават люди, которые долучались вот просто до одной господарки. Вось, это не лічучи там примаков, разумеете, якія лічились, як бы уже сапраўднымі членами своими, сям'ї. Своими. Так, так, так. А вот такие сябрынные семьи, по сутности, общины, громады. Вот яны жили на беларускім Палессі. Сапраўды, такая сям'я трымалась гаспадаркай, трымалась землеуладанням. Земля была вельмі вялікая каштоўнасць на Палессі. Землі не кепскія па якасці, але ж іх мала. Тут вельмі вялікая лісістасць. І таму баялись, не хацелі сем'і дзеліць вот гэтую землю, землеуладанне. І таму, канешне, сапраўды галоўная функцыя сямейная – это працоўная функцыя. Но я не пагажусь, што это была адзіная і галоўная функцыя. Так, у нас тут канфлікт да, ужо. Сям'я, так. Сям'я, канешне, была цэлым светам для тагачасных людзей. Это быў такі соціум, дзе абсалютна дакладна былі раздзелены функцыі, ролі. Свая іерархія існавала, свае механізмы кіравання. Это сапраўдны соціум вясковы, тут я пагажусь. Но сям'я, канешне, была такой вельмі творчым калектывам і вельмі важнай. Валентина Михайловна. Адзінкай, вот такой, разумееце, духовнай. А як падтрымлівалі лад у сям'і? Вы ведаеце, што я можна трошкі, вот я ще скажу на контрадавода. Таму што сёння это, ну так, у добрым сэнсі кажучы, сапраўдная эпідэмія. Вот збор гэтых ну, радаводаў гэта хорошая, да, той эпідэмію, якую можна ухваліць. Зараз
вы не сунетесь в архив, там доследчикам-профессионалам нема просто физичное место, потому что там сидят люди, которые цікавятся родоводом. До речи, говорит доследчик-профессионал, да, да, я могу это засвечить абсолютно. Но ведаете, что такая традиция ведать свой род, я наш вельми старая, вельми давняя, и у белорусов, между иншим, у традиционной культуры была такая своя высокородная вельми традиция. Вот, как сказала Татьяна, с чего почали? С радуницы. Вот, разумеете, не у всех, не у каждого народа есть такие звычаи доведаться, саправды, про своих, вот про спашану до могил, до продков. Но еще одна вельми цікавая традиция, вельми важная, это дяды. Вот 4 раза на год белорусы поминали своих продков. Семья садилась за стол, и треба было вспомнить у всех, кого семья памятала, причем казать «de mortuus aut bene aut nihil», то есть про померлых «альбо добра, альбо ничего». Казали по-доброму. Вот я по своим детячим вспоминам в Добрушском районе скажу, что моя бабуля, я была вельми маленькой девчинкой, и она казала мне, вот коли хочешь сегодня свою прабабцю побачить, так не спи сегодня ночью на деды. Вот я на приде ночью. И ведаете, как это интриговало дитя. Может, я с того и историком стала, вот с этого момента. Валентина Михайловна, есть у нас телефонование. Давайте послушаем. Витаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Спасибо за то, что очень интересно рассказали о традициях белорусской семьи. Я же пока не все, но... Да, просто меня интересует история отношений невесты и свекрови в те времена. Да. Интересно узнать, что породило некоторый холодок между ними, который уже стал... Скажите, коли ласка, как вас зовут? Анна. Ганночка, а вы уже замужем, у вас есть свекровка? У меня еще нет, поэтому я хочу узнать. Вы проявляете клопот про добрые отношения. Дякую вам. Да, доброе да, питание. Дякую. Отношения, невестки и свекровки. Коли вот гэты холодок проявился, тады уже у традиционной белорусской семьи тене. Почему ну, именно в белорусской? Это не, белорусская тоже? Спытаем. Ну, как мы говорим уже про белорусскую семью, то ведаете, что у белорусской семьи, как я уже сказала, были вельми строго размеркованы роли. Вот мужчинская и жаночая роли. Жанчина, конечно, и она, саправды, старейшая жанчина у семьи, якая была господиней, мати, маткой, альбо, например, теткой для неродных. Вот, и она володала, и она была, саправды, самой головной над усим вот этой жаночей часткой. У ее подначаления хлопчики были, например, годов там до 12, потом они до батьки переходили. Угу. Усе девчины, покуль она замуж не пошла, мати, значит, над ее старшая. И на руху у белорусов это означало не только донор запольский, а все этнографы. У белорусов не приняты были, разумеется, некие такие грубые, гвалтовные относины помеж семейниками, за выключением, может, так сказать, 2 выпадков. Вот, саправды, помеж свекрухой и невесткой, вы ведаете, что и у белорусской традиции, навод у фольклоры, вот свекруха, она наибольш жорстко выступает у относинах как раз до невестки. А и вот доля невестки, она такая, разумеете, это самый тяжкий период у жити женщины. Вот и коли она девчина, она еще в семье такая вот каханная, там самый центр, как бы, уваги. Вот як замуж пошла, а ішли заўсёды жить до мужа по традиции, потому что інакш гэта примак, а доля примачая, доля собачая. Вот, разумеете, приходит примак на хлеб своей жонки, и у яго ж такі статус, такое ж да яго ставлення, між іншим, як да невестки. Вот беларускі фольклор адзначае то, што свекруха часам могла паўплываць нават на адносіны мужа да жонки, свайго сына, да сваёй невестки. Вот ёсць знакамітая палеская песня, якую донор Запольский пісаў, вот у песнях Пінчуков, дзе муж паехаў некуды далёка на заробкі, а жонка яго маладая засталась адна, і свекруха Руха переутворила ее в калиновый куст. И к этой куст при дорозе с червоными кветками вот, стоит. И когда сын вертается, то мать загадала ему,
срубіць гэты куст. Ведаеце, гэта такая вельмі трагічная песня. Но на сам речь я хочу сказаць, что таких вот жорсткіх адносін, адзінае, конечно, что невестка не могла перечыць. Валентина Михайловна, зразумела. Давайте поглядзім, у нас ёсць такая магчымасць на традыцыйную беларускую сям'ю у выкананні наших сучаснікаў. Пошел кот на огород, поморозил лапки, полез на палатки, а палатки ломятся, котик Богу молится, а палатки трястятся, котик Богу хрестится, вы палатки не ломись, котик Богу помолюсь, вы палатки не трястись, котик Богу похрестюсь. Вось такая молодая семья стагоддзем раней. Калыханку, дарэчы, выконвала Ірына Глушэц. Ірына, скажыце, калі ласка, што ўваходзіла ў абавязкі жанчыны, гаспадыні сям'і? Галоўны абавязак паважаць мужа і ва ўсім яго слухацца. Вось так. І свякроху ў тым ліку, да, так? І старэйшых. Калі ласка, праходзьце, праходзьце да нас. І яшчэ хачу сказаць, што лыжкі рабіў Змітер Кірэенка, я не памылілася. Скажыце, калі ласка, Змітер, а вось якім чынам павінен быць быў падрыхтаваны хлопец, які меў на мэце ажаніцца? Ну, безумоўна, хлопец, які хацеў ажаніцца, які хацеў стварыць сваю новую сям'ю, ён мусіў быць ужо падрыхтаваным да сваёй ролі як гаспадара. Ён мусіў умець займацца гаспадаркай, ён мусіў умець займацца і ў полі, і нешта сам рабіць, то бок ён мусіў, у прынцыпе, ён мусіў умець усё тое, што мусіць, усё тое, што умее бацька, і можа нават трошкі больш. Зразумела. Змітер, скажыце, калі ласка, а чаго ніколі не рабіў мужчына ў сям'і? Ну, безумоўна, ў традыцыйнай культуры ёсць такое ранжыраванне паміж вось гендрамі, і ёсць рэчы, якія вось сапраўды яны толькі мужчынскія, ёсць толькі жаночыя. Напрыклад, тое, што тычыцца гатавання ежы, мужчына гэтым не займаўся. Мужчына ніколі не ткаў. Вось, гэтым таксама займаліся менавіта жанчыны. І ў прынцыпе, ну, тое, што тычыцца гаспадаркі менавіта вось праца ў доме, збольшага яна была жаночая. Праца ўжо паза домам, калі мы кажам пра поле, яна была мужчынская. Дзякуй. Вось сёння вы ў нас тут выконваеце ролі мужа і жонкі. Але ж у сям'і былі і іншыя роднасныя адносіны. І я хачу, ну, правесці такі невялікі конкурс, калі вы не супраць. Вы згодны? Конечно. Даведацца пра роднасныя сувязі з мінулага. Давайте паспрабуем. Праз некалькі імгненняў на экране з'явяцца заданні. Заданні з віктарыны. Ну, а пакуль мы прачытаем гэтыя літары. Дарэчы, Анатоль Геннадзевіч, Валентина Михайловна, калі ласка, удзельнічаеце такім чынам, як мы назавем мужавага брата. І вы, шаноўныя удзельнікі перадачы, таксама. Я ведаю. Дзевер, гэта Сергій Яўгенавіч. А мужаву сястру, давайце разам. Мужаву сястру, так, як? Залавіца, залувіца або залоўка, дзякую. А жончыну маці, гэта хутчэй за ўсё, Змітер адкажа, ці Анатоль Геннадзевіч? Жончына маці. Жончына маці павінна уцешаць. Так. Адсюды і цёща. Цудоўна. Уцешаць. Ну, вось такое непростае пытанне. Родны брат жонкі. Швагер, калі не памятаю. Ох, такое цудоўнае слова, швагер, праўда, гучыць. А ўнук брата ці сястры, дарэчы, у вас ёсць браты, сёстры, Анатоль Геннадзевіч? Ёсць, але па маці толькі, таму што мой бацька. Так, а ўнукі ёсць у братоў і сясцёр? Як тых унукаў мы назавем?
Для меня они внуки. Внучатые племянники. Правильно, Ирочка, Анатолий Геннадьевич. Ну, расхваливался в прямом эфире. Нет, я не расхвалялся, просто я упамятал, вот тут... Жанна показывала родил, так? Гомель, и тут на першем томе мой батька, який загинув на фронте, побач, ніже його, старейший брат, а я ще і старейший Миколай Александр, Геннадий и так далее. Бачите, скільки корисних справ ми робимо на одній програмі. А тепер питання до Іри Валентин Михайловны. Ну, а батька мужа? Ну, Іра. Свёкор. Свёкор, каже Іра, дякую. Малайці, корисні веди отримали. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. І номер телефона у студії 37519. Шановні глядачі, ми протягуємо нашу сімейну гутарку. Ви, до речі, ще успієте потелефонувати. 37519. Ну, а у наших молодих гостей я хочу спитати. Скажіть, коли ласка, Ірина, Змітер, да і Валентина Михайловна, наскільки велике ваше жадання перенестися у ті часи і на собі відчути ось уклад цієї патріархальної білоруської сім'ї? Ну, мне не вельми великое ожидание. Не ну, вельми. Как бы это, побыть, зазернуть, так поглядеть такое кино, так, а мне подобается той час. Удельничать и мне. Так, мне подобается той час, у яким я есть. Дима, что вы скажете? Ну, на самом деле, у меня значно меньше нагодов не хотеть туда трапить, але, безумовно, варто разуметь, что той час ён быў прыдатны менавіта для тых умоваў. І сёння ўсё ж такі прайшла пэўная эвалюцыя, і ну, паглядзець так, паўдзельнічаць пад вялікім пытаннем. Скажыце, калі ласка, а ну вось вы шмат ведаеце з беларускіх сямейных традыцый, так? Скажыце, што б вы ўзялі адтуль у цяперашні час? І, ну, скажам так, і параілі камусьці з маладых для таго, каб у сваіх сем'ях яны гэта ну, ўжывалі, выкарыстоўвалі і самі ўзялі б у сваю сям'ю? Можа, павагу і шанаванне у сям'і. Ось яно, здаецца, на той час больш цанілася, больш было істотным у сям'і, чым зараз. Я зразумела. Ну, я б, напэўна, указаў бы ролі бацькоў у гадаванні дзяцей. То бок тады сапраўды бацькі былі пэўным аўтарытэтам, у іх, можа быць, было больш часу. Звонок, у нас ёсць тэлефоны, давайте паслухаем. Давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вітаем. Добрый вечер. Калі ласка, гаварыце. Я бы хацела высказацца. В нашым обществе, як той известнай шуткі, семья – это государство, где папа президент, а мама и министр финансов, и министр образования, и министр здравоохранения. Но Америка – это, конечно, народ, который периодически требует чего-то и редко бывает довольным. Ну так, дякуем вам за вот такий жарт. Подтримливаете вы, шановные гости, такий жарт. Чули, Анатолий Геннадьевич? Да, похоже. Чули. Только одной функцией мужчину обеспечили. Ну, недаром так говорят. Женщина работает за коня быка, баба мужика. Вот, бачите, як наши гости отзначают ну, некоторые моменты со старожитной семьи, яны готовы взять у сучасное життё и тое ставленне доброе до кожного семейника, так, и ставленне до детей, и, до речи, отсутность амаль, отсутность разводов. А сегодня іншая история. Давайте поглядим наш видеоматериал. Согласно данным Главного статистического управления, на начало 2017 года в Гомельской области проживает почти 1 миллион 423 тысячи человек. Из них женщины составляют большинство – 54%. 76,8% населения проживает в городах. В прошлом году зарегистрировано 9255 браков. Это на 28% меньше, чем в 2015 году. Специалисты объясняют такое резкое снижение тем, что 2016 год был високосным. А согласно традиционному мнению, браки, заключенные в такие годы, могут быть неудачными.
А вот на количество разводов високосные годы не влияют. В 2016 году развелись 4907 семей, что на 148 меньше, чем в 2015 году. Коэффициент рождаемости в прошлом году по области составил почти 12,9. Этот показатель считается средним и держится у нас уже на протяжении 4 последних лет. При этом количество многодетных семей, состоящих на учете в Комитете по труду, социальной защите и занятости населения, составляет 14,6 тысяч. Мы продолжим разговор с Анатолием Геннадьевичем. Вот только что какая-то демографическая, такая легкая демографическая справка по сегодняшнему состоянию. Вы вот и до этого разговор был патриархальная семья. То есть сегодня роли мужчины и женщины в семье поменялись или не поменялись? Вот насколько, поддерживая тему. Мне бы не хотелось говорить о ролях мужчины и женщины. Дело в том, что меня самое главное в проблемах семьи волнует это демографический аспект. Как мы обеспечиваем воспроизводство населения? Дело в том, что у нас в Белоруссии процесс идет депопуляционный. То есть рождение детей? Да. Но мы видим здесь в этом плане отношения мужчин и женщин как? К браку становится немножко запоздалым. Если раньше, скажем, в 60-е годы, уже до 20 лет почти каждая девчина выходила замуж, в среднем был возраст женщины по первому браку 20. Около 20 лет, то сегодня он составляет 25,3 по Беларуси года. Если... позже стали выходить замуж. Да. И на это повлияли многие другие процессы, скажем, связанные с образованием. Сегодня каждая стремится получить образование. Каждый мужчина, каждая женщина. Но самое интересное, что когда берешь гендерный состав студентов колледжей и вузов, то оказывается, что среди них 60% женщины и 40% мужчин. Мужчинам некогда учиться, наверное. Нет, а это значит, что каждой женщине, которая получает высшее образование или среднеспециальное, не будет найден такой же ею найден супруг с таким же статусом высшего образования. И это тоже то приводит, есть изначально как-то так... да, приводит к негативным отношениям в семьях. Вот. Она имеет высшее образование, но... Он работяга. Как Петр говорил, да, он занимается только мужскими делами. А она с поработал, высшим образованием на кухню и ткать. Поработал на стройке, на тракторе. У него уже и другие, к сожалению, интересы. И вот найти вот это общее, это главная проблема. Здесь зависит от женщины. Чтобы она... Ну, поняла. Так, может, женщины не находят сейчас, не находят достойного партнера, и как-то, может быть, поэтому так много одиноких браков? Вы знаете, ну, насчет «находят» слово не такое. Для того, чтобы найти, надо, чтобы кто-то потерял хорошего мужчину. Здесь не находят, а выбирают. Выбирают. Ищут. Вот, к сожалению... Я вот знаю информацию статистических органов, что у нас, к сожалению, для нас, демографических процессов, очень много наших интеллектуальных, квалифицированных, достойных представителей женского пола находят супругов за рубежами, наши даже не только... славянского пространства России, ну, так, Беларуси. Может быть, опять-таки сказывается Западе. Экономическая составляющая. Вот здесь, хочется лучшей жизни. Да. Особенно если уровень образования у женщин выше, хочется, чтобы и жизнь была получше. Я здесь не думаю, что здесь такое чувство превалирует, как любовь, а больше меркантильные интересы. А, то есть это тоже еще одна характерная черта современной семьи. И вот в этой связи, я так скажу, есть одна проблема. Ну, мы сегодня знаем, что занятость очень сложно, идет сокращение, оптимизация так называемая. И часто мужчина не работает. И здесь женщина, если будет на него, хотите, как говорят, бочку... Вот, это худо для семьи, для того, что... То есть здесь она должна понять, что происходит, и больше
Так, вы что-то хотите добавить? Да. Ну да. Протягивайте. А я хочу сказать, шановные мужчины, у нас зусім мало часу застается. Я хочу нашим глядачам нагадать. Вот так, 3 как мужики 500... начинают говорить, таким часом 19. Мало. Вот так, вот так всегда, да. Только начинаем говорить, сразу все и завершается. 3-7-519 номер нашего телефона. Мы почти завершили эфир. Остается пригласить еще одну гостью к нам в студию. Это Ксения Галецкая. Мы тут начали говорить о том, что много. Присаживайся, Ксюша, вот сюда. Вот. Присаживайся. Да, давай, идем к нам. Ты нас слушала всех, да? Да. У тебя семья большая? Очень большая. У меня есть мама, брат, сестра и папа. И есть еще две бабушки, тетя и дядя. Вот так вот. И котик, собачка тоже есть? Собачка. Все живут дружно. Ну что ж, Ксения, ты еще поучаствуешь в нашей программе. Ну а мы, уважаемые телезрители, будем завершать наш разговор. Семья – это точка возврата. Родственники, разошедшиеся по свету, всегда смогут найти в семье и кровлю, и теплый прием. И каб гэта патлумачыць, не трэба высоких слов. Вы просто зараз заплюшчыце вочы и уявите побач собою своих близких людей. Вы отчуваете, як застукало сердце в грудях? Остается только представить, напомнить тех, кто был сегодня в нашей студии. Это Анатолий Геннадьевич Золотников, прошу прощения. Ксюша Галецкая, Татьяна Сильвич вместе со своим сыном Владимиром. Ну а я кажу дякую Валентине Михайловне Лебедевой, Ирине Глушец, вядома Змітеру Кірэенку и Жанне Еудаченко, представнику Центральной городской библиотеки. Ну а сегодня с вами, шановные глядачи, были Сергей Краснобород и Лена Троценко. Напоследок музыкальный подарок от Ксении Галецкой.
мяне, прилечу на крыле.